Квадрат 8 на 8 клеток выкрашен в белый цвет. Решается выбрать в нем любой прямоугольник из трех клеток и перекрасить все их в противоположный цвет. Белый-черный, черный-белый. Удастся ли несколькими такими операциями перекрасить весь квадрат в черный цвет? Еще раз, что выбрать разрешается? Прямоугольник 1 на 3. Размер квадрата какой? 8 на 8, обычная шахматная доска. Прямоугольник вы выбрали, и что вы дальше делаете? Мы выбрали одну вот такой прямоугольник, и все черные клетки выкрашиваем в белые. А, и перекрашиваете? Ну, просто, да. Да. Итак, вопрос. Можно ли так сделать, чтобы вся доска стала черной? А изначально она вся белая. Угу. Все. Я сразу говорю ответ. Нет, нельзя. Вопрос. Почему? Рассмотрим такую покраску доски, при которой мы закрашиваем все диагонали в один цвет. То есть, смотрите, 1, 1, 1, 1, 1. Я просто не понял, что закрашиваю 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 и так далее. Ну, так вы там неправильно... это вы так умеете писать тройку. Молодец. Написали тройку до неотличимости, похожую на двойку. Да. Вот. Тогда могу заметить, что при этой покраске у нас в любом таком прямоугольнике будет... Одна единица, одна двойка, одна тройка, конечно. Хорошо. Сколько всего разных цветов в этой таблице? Ну, я заранее... Три. Нет. А сколько клеток каждого цвета? Клеток каждого цвета, да. Заранее посчитал и могу выявить ответ. Но главное, что их неравное количество. Да, главное... Да, их, конечно, неравное количество. А теперь рассмотрим. При такой операции мы можем заметить, что количество цветов, количество черных клеток, четность их меняется. То есть, если у нас мы будем вести счет, сначала белые, другие черные, то здесь было там сначала четное, а здесь, четное. И при этом... При перемене вот этих цветов у нас четность меняется. Вследствие этого мы можем заметить такое противоречие. Цветов у нас разное количество. Да не цветов, а клеток данного цвета у нас разное количество. Разные четности. Разные четности. А это значит, что если бы у нас было количество клеток с одинаковой четностью, вы бы могли покрасить, потому что у нас каждый раз меняется четность. А в данной ситуации у нас так не получится. Следовательно, нельзя. Спасибо. Господа, по этой задаче я должен сказать одно замечание. Есть ощущение, что он использовал окраску в три цвета. На самом деле, конечно, ничего подобного. Если у вас происходит перекраска между белым и черным цветом, то обязательным образом эту задачу можно решить при помощи инварианта. Помните, у нас была вот статья про задачу Акулича про белые и черные вершины, и там объяснялась такая ситуация. Ведь фактически у нас есть 64-мерное пространство над полем вычетов по модулю 2, правильно? Каждая клетка – это, так сказать, байсный вектор, цвет белый-черный. Что у нас есть? У нас есть два вектора. Начальная ситуация, когда все одного цвета белые, потом ситуация, когда все другого цвета черные. И, соответственно, вопрос такой. Вектор 1, 1, 1, 1, 1, так 64 единицы написано. Можно ли выразить через вектор? Через какие векторы? Через векторы вида 1, 1, 1, а тут все нули. То есть любую полоску берем размером 1 на 3, и, соответственно, получается некоторый вектор. Согласны? Угу. Вот, а теперь вопрос. В каком случае вектор принадлежит векторному пространству, заданному другими? Да очень просто. Вернее так, когда вектор не принадлежит. Когда можно найти гиперпространство, в котором этот вектор не лежит, а все наши векторочки лежат. В данном случае, что это за гиперпространство 63-мерное? Очень простой ответ. Мы берем, тройки не рисуем, просто вот эти поля на самом деле были не нужны. А вот все, у которых коразмерность равна единице. То есть, есть у нас 64-мерное пространство, и вот так же, как пространство двумерное в трехмерном, или трехмерное в четырехмерном. То есть то, что задано одним линейным уравнением.
У вас есть 64-мерное пространство в данном случае. 63-мерное это то, что задано одним уравнением первой степени. Да, гипер. Соответственно, бывает коразмерности 2, это пересечение двух гиперпространств. Понятно, да? И так далее. Которые заданы двумя линейными уравнениями. Вот. Так вот, в данном случае, смотрите, я прохожу 1, 2, 1, 2, 1, 2. Смотрите. Смотрите, поняли, да? На самом деле, мне не важно, что здесь 1, 2. Я же на самом деле с чем имею дело? С доской шахматной, да? На которой отмечены то, что Леша отмечал единицами и двойками. Давайте-ка я их сейчас быстро все отмечу, и вы увидите, как эта задача решается, что называется, стандартным способом. Значит, итак, вот я отмечаю эти клетки, это то, что у него были единицы и двойки, поняли? Потом переход, и опять также отмечаю, одну пропустил, также отмечаю, здесь одну пропустил, значит, отмечаю вот так, чуть-чуть осталось. Не дорисовали. Не дорисовали там одну клеточку. Где не дорисовал? 8-4. Это? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Это так. Так, увидели? Да. Так вот, дорогие мои, смотрим, сколько здесь отмеченных клеток. Мы просто считаем. 44. Нет, не 44. 45. Не 40. Ну, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. В этом-то и была задумка. 43. Как ни клади полоску из трех клеток, она пересекает наши клетки по двум. Согласны? Uh-huh. То есть это получается стандартная задача, что у нас есть 43 стакана, каждый раз можно перевернуть два из них. Правда? Uh-huh. Так вот, любая задача, когда есть раскраска в белый-черный цвет, решается таким образом. Просто потому, что вектор на пространство так устроено.